никогда и ни в чем не нуждался. Но ничем не дорожил. И однажды потерял все. Благородство и подлость, любовь и ненависть сошлись в битве. Когда четыре ребенка и собака захотели забрать свое. Люди-лентяи в эпической саге. Сказка о потерянном месте резко постаревших. Смотрите прямо сейчас. Петя, ты опять в облаках летаешь, в школу опоздаешь. Да успеешь. И вот так, каждый день. Убедились? Да, не ценит он время. Вот и поэтому с ним случилась эта удивительная история. Что за история? А он попал в лапы к злым волшебникам. Что, думаете, такого не бывает? Не бывает. А вот сейчас и посмотрим. Вот я и дома. Да почему-то никто не встречает. Странно. Спят, наверное. Вот торпоеды. Порфирий Петрович, Агафена Филипповна, на выход! Здрасте. Чем вы это занимаетесь? Доносы строчим. Доносы? Да кому они теперь нужны? От жизни отстали? Не хотите, обленились. За последние 10 лет ни одной приличной гадости людям не сделали. А еще злые волшебники. Так ведь старость, молодость, и сам небось помнишь, как я лихо орудовала. Молчи лучше. Вот ты скажи, какая у вас обязанность? Наша обязанность всячески вредить людям. И как же ты вредишь? Ой, что-то в последнее время плохо получается. Да вы что? Дармоеды, на покой собрались. Не выйдет, голубчики, придется еще поработать. Но ведь силы уже не те. Годы наши преклонные, пенсионные. А годы мы себе вернем, помолодеем и с новыми силами начнем людям вредить. А как же мы помолодеем? Да, как? А вот слушайте. Время. Вот и
и мы должны это время подобрать и себе взять. Да, а как же его возьмешь? Время-то. Ведь это же не кошелек. Вот если кто-нибудь потеряет кошелек, а ты его возьмешь и присвоишь. А время-то оно ведь не вещественное. Это для людей оно не вещественное. А для нас, злых волшебников, очень даже вещественное. Оно вроде песочка, потерянное время. Его нужно только веечком собрать и в мешок положить. И при этом волшебное заклинание сказать. Чирлики-мирлики, шаранты-баранты, что от вас ушло, то к нам пришло. А старость наша куда денется? Старость к детям перейдет. Они вместо нас превратятся в стариков. Ах, вот этим! Тише! Заклинание запомнили? Запомнили. Тогда мешки берите и за работу. Горят, и снова рыбки за окном.
же, как и 10 лет назад. Засыпаю над землей небеса, и тогда моя зима посмотрит прямо в глаза. Что же случилось с ребятами? Они действительно превратились в стариков? Или заклинание не сработало? Давайте отправимся вслед за Петей и посмотрим. Давайте. Первым, кто повстречался Пете после превращения, была его одноклассница Оля. А мое бездарь на одной ножке прыгало. Держи, держи, кому говорю. Привет бабушке. Лопух, растяпа. Ты чего? Растяпа. Отвечали же тебе, ты ничего. А вот мне чего? Я какая, видишь? Противная. Противная? А какая? Старая, какая была? Откуда я знаю? Старая, какая сделалась? Слушай, мой тоже стариком был и тоже молодым сделался, а я... Я, давай за мной. Умные такие, детей в стариков превращать. Со мной такие фокусы не пройдут. Они всех собак и кошек покалечат, птиц перестреляют. Будет сделано. Мы ведь теперь молодые, у нас на все сил хватит. Да, теперь с новыми силами начнем людям вредить. Только мы должны быть осторожны. А что такое? А вот слушайте, Аграфена Филипповна, какое легкомыслие. Подойти и, можно сказать, выболтать все наши секреты. Да будет вам, Василий Порфирьевич. А мы все время убиваем время, а мы все время убиваем. Аграфена Филипповна, да прекратите вы свое дурацкое или нет? Вы, простите, только о себе и думайте. Это я или вы подсказали ему, что только у лентяев и можно? Только у лентяев можно времечко украсть. Филипповна, да прекратите вы свое пение или нет? Лопнуло терпение, прекращаю пение. Вы, Порфирий Петрович, колотить витрины лучше в лесу, а не в городе, где мы с вами работаем. И где вы сегодня, между прочим, двоих навели на наш след. Что, если они сюда заявятся? Ой, ну и зануда вы, Порфирий. А, по-вашему, я зануда? Да-да. Знаете ли вы, что лентяй сейчас на вес золота? Это во мне 10 лет назад лентяй другой пошел. Он для чего с уроков убегает? Чтобы в окна из рогатки стрелять? Нет, дорогой, он теперь хобби занимается. Ха-ха-ха, хобби. Разве с таким лентяем поработаешь? Он тебе ни минуты не даст. Да ну вас,
кои-то веки я слаботрясом поговорила, а уж крику, да крику. Что ж вы думаете, он прям-таки и догадался, что нужно собрать всех четырех бездельников, найти в кое-каком лесу кое-какую избушку и перевести кое-какие стрелки в кое-какую сторону. Чё, с вами и сама занудой станешь. А пробьет 12, а пробьет 12, и время будет нашим навсегда, да-да. Да, все отправляемся в город и с новыми силами людям вредить. Переведи меня на ту сторону. Пожалуйста. Молодец, иди учи овощи, отличницей будешь. А ну-ка, девочка, переведи меня на ту сторону. Сейчас, девочка. Беги назад! Это что ж, ты иди, девочка, мы дедушку сами переведем. Эстер, мне почему? Не, старики, это не для меня. Кое-куда идти, кое-что там переводить. А для чего? Снова уроки делать. Диктанты писать, контроли. Да мне это вот как все надоело. Давайте, старики, ай да, ваши кое-куда. Вот, растягивай!
злых волшебников. Опеля, сколько смелости и смекалки он проявил. Но теперь вы никогда не будете терять зря времени. Никогда! А вас научилась чему-нибудь эта история? Тик-так, никогда!